fight. Артур, с победой, прокомментируй итоги игры. Игра была очень напряженная, довольно-таки жаркая погода, очень неудобный соперник, но все сыграли очень сконцентрированно и положительный результат. Мы все рады. Как, ты волновался перед игрой? Перед игрой было маленькое волнение, с первых минут ребята подсказывали и вошел в игру. Когда узнал, что будешь играть? Узнал за очень короткий срок, вчера сразу пошел, купил билеты, приехал на игру. Когда добирался, какие мысли были? Волновался, думал об игре, настраивался на боевую игру. Сколько времени у тебя переезд занял? 4 часа на поезде сегодня добирался. А потом как искал? Потом на метро и на такси до стадиона. Как на игру настраивался? Настраивался, поспал, почитал книгу, расслабился, отдохнул. Кого ты знал до этой игры в составе? Знал почти всех игроков. Хорошие отношения с парнями. Все очень дружный коллектив очень. Кого выделишь в команде? Выделю Александра Куксова и Владислава Хатаженкова. Сегодня еще твой партнер по команде Боря вышел на замену. Как его действия оценишь? Борис вышел и добавил очень много движения в игру. Добавил оптимизма, и с его выходом на поле мы забили гол, насколько я помню. Как свои действия в этой игре оценишь? Волновался, но в целом считаю неплохо для дебюта. В дальнейшем Месси будут привлекать, как думаешь? По силам буду тебе играть? Только рад, если будут привлекать к дальнейшим играм, буду прибавлять, доказывать. Кто еще из 98-го года, с кем ты играешь, способен здесь играть? Мне кажется, способен выйти в этой команде Леонид Проценко и, может быть, Денис Вышакидзе.